Всем привет! Сегодня мы поговорим с вами на такую тему, как во сколько же отсаживать крольчат от крольчихи. Много идет споров о том, когда их отсаживать. Кто говорит в месяц, кто в полтора, кто в два. Вот именно сегодня мы об этом поговорим, мы расскажем, во сколько мы отсаживаем. И самое главное, мы вам откроем секрет, как правильно это делать. Приготовились? Поехали! Итак, во сколько же отсаживать крольчат? Мы их отсаживаем в полтора месяца. Но если помет большой, 6-7, например, ну даже 5, пусть небольшой помет, 5 штук, когда отсаживаете в полтора месяца крольчат, обязательно оставляйте самых маленьких, 2 либо 3. Если есть 4 маленьких, оставляйте 4 маленьких, остальных отсаживайте. Почему так? Потому что, чтобы они ее досасывали. То есть, чтобы у нее не было мастита. Чтобы у нее молоко, когда она же все равно ест, вырабатывается молоко. А молоко никто из малышей не пьет. Если вы сразу всей кучей отсадили всех крольчат, соответственно, самка еще лактирующая, у нее вырабатывается молоко, молоку деваться некуда. Оно начинает загустевать, потом гноится и в итоге мастит. Чтобы этого не было, всегда оставляем несколько крольчат, чтобы они ее досасывали, эти соски, и чтобы у нее не накапливалось молоко. Вот на нашем примере можете посмотреть. У самки было 6 крольчат. Половину мы отсадили, половину мы оставили. Они уже большенькие, им чуть больше полутора месяцев. Полтора месяца отсадили тех 3 штук. И где-то еще недельки 2 они будут сидеть с мамкой, ее досасывать. Вот. И мы видели, да, они ее все равно подсасывают, все равно. Вот. Поэтому делайте так, и у самки никогда у вашей не будет мастита. Ну, все равно в любом случае самку проверяем. Раз в неделю после родов обязательно проверяем самку на наличие мастита. Мало ли что с ней могло случиться. Мало ли что там крольчата ей погрызли, да, там и пошла инфекция, и мастит. Проверяем, смотрим. Вот, можете даже сюда вот заглянем. Вот такие вот гаврики у нас сидят. Они были, ну, поменьше остальных, самых крупных мы отсадили. А вот эти у нас на докорме еще сидят с мамкой. Вот такие вот крольчатки. Маленькие, они все равно еще ее подсасывают. Сами уже как бы кушают, но все равно ее еще подсасывают. Какой любопытный, любопытный. Снимают тебя. Вот, в принципе, мы вам рассказали, во сколько мы отсаживаем крольчат. И самое главное, секрет, мы вам его тоже открыли, что всех крольчат отсаживать не стоит. Отсаживаем половину, либо какую-то часть, а часть мы оставляем. Но на досасывание, так сказать, чтобы они досасывали мать. И мамка будет здоровая, и крольчата, соответственно, получат дополнительную дозу молока и будут быстрее развиваться. Вот. Ну и обязательно чистота в клетке всегда должна присутствовать. Контролируем, смотрим, чтобы грязи не было, убираем, чистим, обжигаем. В общем, на этом все. Секрет открыт. Всем пока-пока. Все будет круто. Вот так вот выглядят наши кролики в полтора месяца и в 2 месяца.